Всем привет, ребята! С вами Бриллиантовый Лимон, и сегодня у меня самое короткое видео на моем канале, и я хочу сказать, что завтра в 11 часов выйдет Бравл Толк, и я завтра запущу прямую трансляцию, и мы будем вместе оценивать Бравл Толк, и будем оценивать нового Бравлера, и еще выпустят гаджеты. Вот э, три гаджета. Ну, я думаю, что первый гаджет похож на носильщика мистера Пи. На второй похож на... Ну, на гаджет Ворона. А вот на третью, типа, Пэмки или Розы, не знаю. Ну вот, и вы напишите в комментариях, вот, какие гаджеты кому относятся. Ну и вот... И вот завтра мы будем смотреть, я запущу трансляцию. Ну и ладно. А сегодня с вами был бриллиантовый лимон Герман. Всем пока.